Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Сундук Скромник, Димас, как всегда, очень много подписчиков, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем привет. Давно у нас не было на канале Сиреноголового, будем веселиться, угорать. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Кто у нас сегодня? Скромник, ты сегодня у нас Сиреноголовый. Ты, кстати, издалека из здания очень хорошо выглядишь. Мы будем выживать, и в какой-то момент мы будем использовать оружие, но пока мы просто повыживаем. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Все, можешь нас мочить. Погнали. Идите, я из леса выйду. Да, давай как будто по сюжетке. Так, сейчас, погоди. Тут краб валяется. Чей-то. На голове да, сидел. Я выхожу. Пацаны, можно разбегаться по всей карте. И, короче, можно сделать что хочешь, но только пока мисс не стрелять, не убивать. Потому что я знаю пацанов, которые его убьют за один выстрел. Пошел, пошел, пошел. Да ты Димас, честно. Я специально ждал момента, когда я забегу в здание, ты мне ничего не сделаешь. Так, пацаны, пацаны. Могу убить. А ну, о, знаешь, чтоб ты бил рукой, знаешь, надо сделать? Вот так, чтоб ты. А ну, мочкани мне рукой. Как стрелять? Вот. Нет, ты должен как-то рукой хватать и жрать вроде бы. Во, вот так, да. Все, погнали. У тебя будет интереснее. Ого, ты, я думал, ты муляч отдал. Нашли все сюда, трое, давай. Кто? Скажу сразу, извините, немножко захриплый голос, у меня он сел, но уже восстанавливается все лучше и лучше. Завтра, надеюсь, уже будет мой фирменный смех. И сегодня даже, знаете, как мы сделаем? Это было смешно. Чтобы настроение людям как-то поднять. Пусть мои ролики смотрят и улыбаются все люди. Нет, ты мне не достанешь. Кстати, ты когда бьешь об асфальт, что-то происходит. Ты прикольные звуки издаешь. Ты убегаешь. Надо, чтобы ты убил кого-то и тоже стал... Короче, кого ты убьешь, тоже стоит сиреноголовым. Во, сожрало. Ага, гена, погнали. Чё? Они еще оружие используют с монтировкой быстро, так нечестно. Кто в меня стреляет? КП, если что, не отнимает. Надо и наказывать. Кстати, у тебя он медленно, да, походу? Да. Туда доберусь. О, Дима! Я прям рядышком специально, чтобы ты меня не достал. Собачка маленькая. Я тоже так думал. Мочи его, мочи, 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 мочи. Ай, еще чуть-чуть. Кстати, если вы проиграете, можно взять не только сиреноголового, можете любого монстра брать. А, подожди, я же умер, то есть я могу брать кого-то. Да. Мы любого монстра можешь брать и вселяться. Знаешь, как вселяться? Давай, любого бери. Будет прикольно. Ну, ребят, давайте сзади подходим. Опа-па, а я отскочил на пробельчик. Я рядышком прыгаю сиреноголовым, а у меня ничего и не может сделать сейчас. Стрелять уже можно, да? Нет, Первый пошел. Через полминуты можно будет мочить, но еще рано. Хочу просто повыживать, побегать. Оп, это было рядом. О, давайте можно использовать монтировку только. Не, я не понимаю. Хп не несет. Да, наносит. Монтировку можете использовать. Но они все умрут. А ну слышь, а ну не бей, дай проверить, ему монтировку ударить. А ну стой. По тыкве твой, ах ты говна. Ну блин, так честно. Опа, пошел еще один монстр. Кто у нас еще быстрый? А почему я умер? У нас тут есть очень быстрый здесь. А чего ты умер реально? Ой, я зайца возьму, додика. Блин, заяц, зодик не доможет меня. Сейчас. Во. Так. Я заяц конченый, мне нравится. Погнали. Ой-ой-ой, круто бегаю. Нет, круто прыгаю. Да не, он рахитный какой-то. Слышь, он будет убивать нас, давай я отключу. Нет, этот заяц конченый. О, может реально в этой серии будем использовать гигантских? Ой, я за курицу. Ого, кабака. Ого! Вот это монстр! Ребята, ролик точно заслуживает лайкосика. Ну нифига себе, этот еще больше меня! Как дамажить вас? А, я убил кого-то! Не? Но в него нельзя вселиться. Нельзя, да? Вот это гигант! Почему я такой медленный? Че я медленный такой? Опа, Димас! Смотри, как он быстро. Я вижу, надо его взять, да? Да, бери его, он быстро. Давай, тут будет прикол. Кто за мной бегает, что за... Блин, я не могу вселиться. Ты там на цену нажми, там... Не, он убегает от меня, подлюка. О, да.
А ну-ка, Бенди, иди сюда, говно. Конечно, слава богу. Давай, давай, давай. Я, слышишь, я вообще не могу ему ударить нормально. Ай-яй-яй-яй-яй. Урон не проходит. Проходит, проходит, нормально все. Сейчас мы его догоним. Иди сюда, подлец. Слышь, не могу достать. Чуть-чуть не хватает чего-то. А вот так вот. Не такой уж ты и большой по сравнению, когда я взлетаю. Дамаж, 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 дамаж. Я не могу его поймать. Вот, 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 я его сейчас убью. Ах ты, падла. Не, мне надо опускаться, что ли. Блин, ну так нечестно, по нему не попасть. Я еще карту сделал здоровенную. Зато выживалки прикольные получаются. А, Нейдис, нет. Это тоже говно. А на вы вот нажми, можешь приближаться. Отлетает. Меня ест. На что нажать? На В, просто на В нажми еще. Я из жопы теперь смотрю все. Спасибо за совет. Классная жопа у меня. Слышь, что с камерой? Если сиреноголову возьмешь, то это будет прикольно. Так, 35 уходит. Я сейчас кому-то леща. На, ну-ка. Я уже подсказал. Все, я от первого лица играю. Ребята, смотри, как прикольно смотрится это все дело. На тебя, говно, смотришь на меня. Классно. Офигеть. Там мы убегаем. Черные маски. На, тебе еще смотришь. А я последний, что ли? Да, получается, ты самый лучший игрок. Нет, вот еще бегает черный. Слышь, я не могу быстро ходить, когда вы. Или не? А, я фонара голового взял, ну додик. Куда Паш? Он этот уходит от меня, этот подлец. Слышь, колбасит. А все, 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 пошел. Ой, тут отлично. Погоди, не ешь меня. Может, давайте сделаем эпические какие-то вещи в конце ролика. Вы готовы? Да. Хорошо. Не хотел я этого делать. Не хотел я этого делать. Ай. Надо еще чуть-чуть добавить, маловато. Ты готов? Ты будешь взрывать? Да. Давай, жахай. Только давай в ту сторону карты. Ой-ой-ой. Слышь, нифига, твоя бомба не взорвалась. Это не та. А, я знаю почему. Потому что он взял не с того пака. А вот. Вот, 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 вот. Блин, лимит на Entity стоит, говно. Сиреноголовый, загадывайте последнее желание ваше. Я полетел. Ух ты, вот это жесть. Я бомбу все, наверное, поудаляю. Это трэш. Ой-ой-ой, что творится? Мои бомбы летят, я вижу. Я знаю, где выход ситуации, ребята. Не, давайте подождем, что будет. Это жесть. Сундук, ты псих. Зачем такое делать? Мне нравится. Все, я очистил карту. Потому что это нереально просто было долго ждать. А ты что такое взорвал, что оно так лагает? Надо отлететь просто подальше. Ой-ой-ой. Ты что взорвал такое, что оно так взорвалось? Скромник. Что это было такое? Слышь, мы таких еще взрывов реально не делали мощно, как этот. Просто на записи вы видите, что происходит. Это просто. Этот ролик стоит очень много тысяч лайков по-любому. Я отлетаю уже столько на шифт, а взрыв был такой здоровенный. Просто. Карту не видно. Карту не видно вообще. Офигеть. Давайте килл пропишем, как там. И я думаю, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте его ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!